Всем привет, с вами снова Хедин, и сегодня, как вы уже догадались, у нас гайд по Роме. Итак, все, что нужно знать о корабле за пару минут. Рома — это линкор средней по живучести, средней по маневренности и с отличной маскировкой. Это линкор с небольшим калибром, малой дальностью стрельбы, с плохой точностью, но хорошей баллистикой. Это линкор с плохим ДПМом на фугасах и отвратительным шансом на поджог. ДПМ на бронебойных снарядах чуть лучше, но все еще плохой, если учитывать точность. В цифрах у него отличное бронепробитие, которое я не заметил на практике. Это линкор с слабым ПМК и почти отсутствующим ПВО. Из ярко выраженных плюсов у нас выделяется только маскировка и баллистика. Из минусов дальность стрельбы, точность. Чем дальше вы стреляете, тем точность хуже относительно других линкоров. Хотя и на ближних дистанциях он тоже не блещет. Корабль не живет под фокусом, бронебойная кушает даже при острых углах, фугасы отрывают куски больше, чем наносит сам линкор. Он делает это раз в 30 секунд, а крейсера, понятное дело, чаще. При этом он горит почти от каждого попадания. По сути, геймплей, как мне кажется, должен строиться от внезапных атак из инвиза, желательно по крейсерам в борт, но сгодятся и линкоры. Мне это даже удавалось пару раз провернуть, об этом будет чуть позже. На самом же деле инвизный геймплей в нынешних реалиях плохо реализуют даже эсминцы. Поэтому все, что вам остается, это стрелять издалека, царапая обшивку врага и ковыряя дамаг по копейкам. Меня такой геймплей не устроил, и я горел на этом корабле в прямом и переносном смысле 2 стрима подряд. Возможно, я так и не смог понять этот корабль. Может, местами мне просто не везло. Хотя я специально скатал второй стрим уже в новом патче с новыми авиками и прочими изменениями. И... не заметил особых изменений. Корабль какой был, такой и остался. Но стоит заметить, что при этом корабль держит одни из топовых мест по урону как среди статистов, так и среди средних игроков. Итак, дорогие друзья, основная часть гайда на этом подходит к концу. Далее пойдет контент не для слабонервных. Прошу убрать от экрана детей, женщин, кошечек, собачек, а также тех, кто не знает, что такое Леста и ВБР. Делаю небольшую паузу и... тем, кто остался, хочу показать, насколько стабильно показывает себя линкор в руках фиолетового статиста. Чтобы вы понимали, даже там, где у меня 18 тысяч урона за бой, я не слился. Там я стрелял стоящей Монтане ровно в борт с 8 километров почти без урона. И тут, знаете, эта проблема даже не совсем корабля. Его вины тут, я думаю, порядка 50%. Так как на любых других кораблях я вижу в последнее время примерно то же самое. Ну что ж, итого в среднем по больнице за 17 боев на Роме у меня получилось 85 тысяч урона. Это чуть ниже, чем фиолетовый результат. Казалось бы, я в корабле вроде бы как смог, вроде бы все хорошо, но нет. И тут у меня возникает вопрос к уважаемым разработчикам Лест Студии. Вы понимаете, что у статиста, который стабильно держит высокие показатели по урону на любых кораблях, не может быть такого разбега по дамагу? В среднем-то ваша система работает хорошо. Один бой у меня летит дамаг, а потом несколько боев подряд мне дамаг не дают. А в среднем-то, конечно же, все хорошо. Сейчас я покажу вам первый залп первого стрима. Я только что первый раз сел на корабль, не знаю его баллистики и так далее и тому подобное. Хоба, первый же залп на корабле и вылетает хороший дамаг. Надо ли говорить, что потом я весь стрим таких залпов больше не видел. В лучшем случае изредка выбивал одну цитадель. И чем больше играл, чем больше привыкал к кораблю, тем меньше наносил урона. Логично, не правда ли? Скрины в доказательство я показывал чуть раньше. Вопрос, а как это вообще работает? Почему логика Лесты работает строго противоположно? А вот второй стрим, та же самая ситуация, корабль давно не катал, баллистику не знаю, и хоба, снова попадаю. И это опять первый же залп стрима. Надо ли повторять, что это снова был последний такой залп за стрим? Теперь давайте разберемся с пожарами. Демонстрирую, как это было на стриме. Небольшое предисловие. Я только что словил торпеду от эсминца, естественно, с затоплением. Прожал ремку, засвечивается крейсер, делает первый залп по мне, естественно, с поджогом. Далее последует сразу же второй поджог. Я дождусь конца ремки, прожму ее и смотрите, что будет дальше. Два поджога на мне есть, это вообще изи. Ой, настолько изи, что просто нет слов. Неполадки устранены.
Снова поджог. Не прошло и нескольких секунд, как Ремка отработала. Сразу поджег снова. Два! Сразу же. Сразу же после Ремки. Вообще без шансов просто. Просто гнобят по полной. По максимуму просто гнобление пошло. Но я не знаю, что добавлять. Просто решили загнобить все. Я этот момент вставлю просто в ролик. Я им сделаю гайд, короче, по кораблю. Какой они заслуживают. Я им сделаю гайд, который они заслуживают, серьезно, без шуток. Ну что ж, если вы внимательно смотрели, я думаю, вы видели, что на мне два раза подряд висело три пожара. Просто стоило один раз прожать ремку, и никаких проблем поджечь меня снова не возникает. И это далеко не единичный случай, так происходит постоянно, поэтому я вообще забыл, когда я тушил один пожар. Ну и обещания, конечно же, свои я выполняю, и снимаю этот гайд без приукрас, как все было на самом деле. Ну, давайте закрепим информацию еще одним моментом. Здесь я делаю несколько залпов по идущим по рельсам бортом ко мне крейсеру, и, естественно, не наношу никого дамага. А в ответ мне прилетает на 18 тысяч. Наверняка кто-то напишет, что я просто решил поныть. Возможно, это так, но поймите меня правильно. Я не могу адекватно оценивать корабль и делать по нему гайд, когда один бой он стреляет и попадает, а потом может несколько боев промахиваться, либо попадать на 1002 урона. Те красивые попадания, что вы видели в начале гайда, это, чтобы вы понимали, это, наверное, все более-менее значимые попадания, более чем за 6 часов стрима. Друзья, я все-таки не могу закончить гайд на такой ноте. Я уважаю своих подписчиков и делаю гайду в первую очередь для вас. Возможно, кто-то пришел смотреть гайд, когда уже купил корабль, или собирается его купить. Я ни в коем случае не отговариваю вас от этого, потому что еще раз напоминаю, что корабль по серверной статистике держит неплохой уровень дамага. И вам нужно все-таки понять, как действовать на корабле. Поэтому вы сейчас можете посмотреть довольно показательный бой. Бой будет с десятками, один из самых результативных боев, что у меня были. С десятками, по моим подсчетам, вы будете играть примерно 70% боев. И будете примерно так же страдать, как это было у меня примерно полбоя. Попа у меня полыхала, как обычно. Я, конечно же, ныл, как любят говорить, но руки не опустил и смог настрелять дамаг. Попробуйте действовать примерно так же. Скорее всего, у вас тоже получится. Друзья, не забудьте оценить гайд лайком или дизлайком, а также высказать свое мнение по кораблю, если, конечно, вы к этому неравнодушны. Ну и, собственно, вот сам бой со стрима. Минотавр пошел налево, ладно, я направо туда пошел. Не знаю, угадаю, не угадаю с флангом. Тут на этой карте все что угодно может быть. Может быть, сюда у них никто не пойдет. Вся команда сюда пойдет, может быть, наоборот. И так я видел бои. Так что не знаю, будем смотреть. Ладно. Что, по вечерам, наверное, много кто стримит, поэтому что-то по вечерам стримлю, так народу немного собирается. Так, эсминец есть на С. Кто-то там стреляет. Кто-то идет, значит.
Серьезно, он не пошел вперед, прикиньте. Как это работает, а? Просто стоит бортом, чувак катается ко всему ордеру. Ребята, как работает то, что меня поджигает с первого залпа на линкорах? Объясните мне, пожалуйста. Мы, по-моему, с вами вчера играли, было 100 с лишним попаданий по линкору, и у нас не было ни одного пожара. Чё-то я вот не знаю, вот, ну... Почему я-то всегда загораюсь с одного попадания? В 90% случаев в начале боя. Одно попадание, и все, до свидания. Блин, еще и торпед сейчас сожру каких-то нелепых. Разгоняйся. Ну нет. Господи. 15 тысяч. 12 тысяч. Ой, а у тебя режутся вообще торпеды? А урон торпед режутся у тебя, товарищ? Почему я выбиваю с торпед по 8 урона тысяч? По 7, по 6. Почему вот так? Почему ты выбиваешь с меня по 15? И поджигает все смы. Идеально, легко. Элементарно. Один, два залпа по мне было фугасов, два пожара. Два залпа, два пожара. Все. После ремки горю сразу же. Стоит противопожарка. Два залпа. Два залпа, два пожара. Против моих 100 попаданий по линкору. Буквально на прошлом стриме. И ни одного пожара. Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Как это, мать его, работает? Все, я сейчас сдохну. Реально сейчас сдохну. Просто ВБР. Не поспоришь против него. Ну, одно попадание в эсминец, да, конечно. Нелепая пущенная торпеды с 15 километров попадают идеально в меня. Классика. Классика рандома. Смотри, третий пожар... Третий залп фугасов меня... Третий залп фугасов. Третий пожар на мне висит. Стоит противопожарка. На кой хер она у меня стоит, уважаемые разработчики? Чтобы я с каждого залпа фугасов горел? Как это работает? Объясните мне. Сидят они там в своей разработке. Херню, блин, создают, пишут. Три залпа, три пожара по мне. Легко. Никаких проблем. Ни у кого. Каждый выстрелил, каждый поджег. Ну нет никаких проблем поджечь статиста. Ну нет. Почему я-то поджечь никого не могу, когда играю на эсминце на какого-нибудь? На крейсере я играю, никого не поджигаю. Да на линкоре даже на коне я играю, я и то не поджигаю. Алло. Как это работает? Почему по мне три залпа, три пожара? Объясните, пожалуйста. Я близко даже подойти не могу. Мне залп поджог. Как я должен воевать вообще? Как я должен танковать? Я на линкоре играю, танковать должен. Я ничего не танкую вообще. Ни один залп я не вытанковал. Противопожарка ни в одном залпе мне не помогла. Как это работает вообще? Охеренно, да? Классно, играем в World of Warships. По одному попаданию залпа делаю с точного линкора. А где свет вообще? Где наши эсминцы? Ну-ка, где наши эсминцы? Одного вижу, где еще? А, вот он где, смотрите, вот он чем занят. А где еще один? О, смотрите, 4900 в углы в такие. Почему бы и нет? А где удалось сдох только что? А, вот он сдох, да? Yes. Yes. Ну и что делать? Света нет.
Я не знаю, что мне в этом бою делать. Абсолютно не понимаю. А как не гореть-то? Слай, как не гореть? Если, ну, ВБР настолько он смешной в этой игре, что как бы, ну... Он, ну, он максимально смешной, максимально палевный, я не знаю. Вот насколько может быть максимально смешной и палевный ВБР, вот он настолько максимально смешной и палевный. Я говорю, три залпа по мне, три пожара. Я вчера 100 с лишним попаданий сделал по линкору, ни разу не поджег. Как это работает? Не, противопожарка стоит. Я не поджигаю пацанов, у которых противопожарки нет. У меня стоит она, я горю в итоге. Прикольно. Со мной эсминец гонится. Классно, да? Не правда ли? Ой, надо же, поджог, смотри. Сразу же потушит поджог. Окей. Все, наш фланг развалили полностью. Не поджег. После ремки я почему-то с первого залпа не поджег пацана. Сейчас еще залп сделаем. Все менять надо. Смотри, не поджег. Не поджег после ремки. А что? А как? Он же белый. Он же белый по статистике. С какой стати ты его должен поджечь? Ну с какой стати? Тебя-то поджигают с каждого залпа, а ты-то не должен поджигать. Ну а зачем? Как это? Видишь, что захотел поджигать с каждого залпа? Смей, не горит. Не горит. Нет. О-о-о! Ремка уже откадышилась, наверное, нет? Сейчас откадышится. Стоячий крейсер промах. Ах, ясно. Короче, ребят, походу ВБР-то он всему голова. Просто всему в этой игре. Я не знаю, я серьезно не знаю, как я буду делать гайд по этому кораблю. Точный линкор. Один залп мы попали с вами точно. В остальном решает ВБР. Все. Абсолютно все. Что белых пацанов обижать нельзя. Неважно, на какой вы машине. Неважно, насколько она у вас точная. Белых пацанов обижать нельзя. Почему борт ты показываешь ему, а ко мне носом идешь? А? Где у них шимки, мне очень интересно. А, где у них шимки?
вот шинка. О! Цвета аж из Монтаны. Целая цвета. Блин, и забрали его, мой класс. Ну вот на средней дистанции он начинает попадать неплохо. Но понимаете, что вот меня в самом начале боя на среднюю дистанцию вообще не подпускали банально пожарами. А что, что такое пожары? Пожары — это крайне ВБРная характеристика, которая может быть, а может и не быть. Может тебя подожгут одним пожаром, может тремя подожгут, может ни одной не подожгут. Как вот я должен это рассчитывать как статист банально? Вот пойти мне в атаку или нет? Как я должен это рассчитать? Смей, 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 хорошо летит. Я молчу. Летело идеально. Давай, заряжайся, родной. Хоть одну дали. Ведь я вот кривовато, конечно. Через раз попадает, то хорошо. Это для линкора уже хорошо. Что это было? Только что. Как он не выбил? Похоже, еще подсосали, ну серьезно. Хз, мне он понравился, сейчас Турика смотрел, он его поносит. Ну не знаю, я Турика не смотрю, не могу сказать адекватности его суждения. Просто смотрите, я не знаю, как вот я на вашем месте. Допустим, берете статистику фиолетовую на сайте ProShip, смотрите статистику фиолетовую, врубаете, ну... Как он? Условия поиска. Смотрите средний дамаг по кораблю. Допустим, не знаю, там 120 тысяч, 100 тысяч. Смотрите стримера. Сколько у него статистика на этом корабле. Сравнивайте вот с фиолетовой. Может быть, как бы он просто в него не смог. И как бы не все корабли, даже бывают имбы, некоторые, некоторым стримерам не заходят.
То есть, если корабль, может быть, не зашел, может быть, он говно. А может быть, он просто стримеру не зашел. И у меня есть такие корабли, которые вроде бы все хвалят, а мне не заходят. Это нормально. То есть, у всех разные вкусы, разный стиль игры. Как бы может корабль не зайти. И сравнивать лучше... Я когда вот сам сравнивал, я сравнивал по нескольким стримерам, грубо говоря, и просто людям, может быть, даже они не стримеры, просто как бы, ну, хорошо играют. И примерно там уже какие-то выводы для себя делал. Если сам как бы корабль не трогаешь. Лучше, конечно, самому обкатать и все на своей шкуре понять, но когда вы прям покупаете, у вас нет возможности его обкатать, да? Лучше посмотреть несколько мнений, посмотреть статистику по кораблю и сделать какие-то выводы в идеале.